Всем привет! С вами Зинулька Гасанова. Ну что, моя хорошая, вот мои индюшата. Им сегодня третьи сутки. Первые сутки они вылупились, они не ели. Большую часть только спали, отдыхали. Вот вчерашнего вечера и вот целый день сегодня все бегают и едят. Так, хочу вам дать совет. Содержание, уход, кормление суточных индюшат и более. Так, смотрите. Вот у меня корм на этой стороне, вода с этой стороны. Вода всегда должна быть чистая, комнатная, без всяких добавок, витаминов и антибиотиков. Обычная комнатная вода, которую мы сами пьем. Далее, вот инфракрасная лампа на другой стороне. Получается, та сторона теплая. Там лампа. Они там, у них зона отдыха. Они там отдыхают, спят, прочее. Если вдруг им станет под лампой слишком жарко, они переходят в эту сторону. Лампу ставим в край, не посередине, потому что если со всех сторон жарко будет, то они могут задохнуться по-своему, что ли, жариться внутри. Лучше это ни к чему. Температура у них как бы 36-38 примерно. Ну, перевернулся ему мальчик или девочка. Ну, если вдруг они это самое пищат, все кучкуются, друг на друга лезут, это значит, получается, им холодно. Надо бы лампу немножко спустить. А если у них они лампа горит вот на этой стороне, а они все бегают сюда, вот прям под лампой никак не могут, не идут. Значит, надо маленько лампу приподнять. Я ничем не пропаиваю. Не даю никакие профилактические цели. Ни для чего, никакие антибиотики, ничего. Так, ино раз, для как бы так просто чисто. Я покупаю в человеческой аптеке витамины Ревит, Индивит, Драже. Две дрожжи на литр воды. Ставлю, они 2-3 дня пьют, потом далее опять же просто идет комнатно чистая вода. Так, еще следите за попками. Если вдруг бывает, что у них попки получаются грязные, а там перо прилипает к попке, к этой самой, и закрывает им вход, извините меня, они не могут в туалет ходить. Ну, допустим, вот у меня один индюшонок вылупился. Сейчас покажу вам. Иди сюда, мой маленький. Сейчас. Так, мне его надо как-то достать. Так, сейчас, секундочку. Так вот он. Смотрите, вот он вылупился. Сейчас в кадр поставлю. Ну, у него загрязненный это самое. Ты мой маленький. Ой, наверное, вам не видно будет. Но он загрязнен. У него пуповина даже вот. Пуповина получается полностью как бы не втянулась, и шишечка как бы, и жидкость какая-то, вот, видимо, туалет ходит, и как бы у него волосы прилипают к попке и закрывают. Я вот за ним наблюдаю. А если за ним не наблюдать, и попа будет закрыта, ему в туалет надо ходить, он может просто сдохнуть. Того, что надо ходить в туалет, и не может. Следите за всеми. Самое главное, чтобы у них было сухо. Стелите обычные тряпки. Не надо стелить шелк, чтобы ноги не скользили. В целом, если содержать нормально, будете теплом давать и вкусный корм и прочее, у вас индюшата поднимутся, как говорится, ваши глаза обрадуются. Ничего не вижу, никаких этих сложностей. Не надо их клювом тыкать воду, заставлять их пить, заставлять их есть. Нет, они захотят пить. Простите, вот вода. Захотят кушать, вот корм. Кто что хочет, то вон те там уже отдыхают. Эти еще